Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и сегодня мы продолжаем играть за Walking Dead Survival Instinct. Значит, как вы помните, в прошлой части мы с вами устроили небольшой фейерверк в церквушке, и сейчас мы продолжаем наш путь. Но прежде чем мы его продолжим, давайте-ка разберемся с нашим инвентарем. Что-то выбросим, естественно, ну, я думаю, однозарядную винтовку. Полуавтоматический дробовик сюда складируем, а остальное... Остальное нельзя, увы, так... А, что ж, А, нет, стоп. Для начала. Так, поищите патроны. Поищи патроны. Ну все, рейс группы маленький, можно отправляться. Поехали. Жди тут. What? Чё? Ну да. Долгий диалог был. Я аж это... Устал его озвучивать. Так, со спины никто не подойдет. Надеюсь, никто. Ладно, идем. Идем. Так, ты. Опа. Еще чуть-чуть и встала. А я ее тут проглядел, понимаешь ли. Так, ну тут у нас клиент еще один. Сейчас с ним разберемся. Ну, как всегда, в старых добрых традициях. Псевдо-стелсы там, там подобные. Так, через это перелезть никак нельзя. Значит, придется идти так. Так, стоп. Так, на месте тоже стоит не вариант. Ладно, попробуем потихонечку. Потихонечку, полегонечку. Так, стоп. Так, спины не идут. Отлично. Проходим. Так, наверное, нам сюда надо. Хотя компас указывает туда. Ладно, идем. Так, прежде чем... Пройдем, откроем дверь. Черт возьми, их двое. Ну ладно, с двумя я еще справлюсь. Так, иди-ка сюда. Привет. Прощай. Привет. Прощай. А, ну да, тут две двери. Я почему-то вошел в ту, которая закрыта была. Окей. Так, банкомат не работает. Вряд ли тут уже можно будет взять деньги. Да и к тому же, вряд ли они нам уже пригодятся в таком-то мире. Здесь уже деньги ничего не значат. Только лишь, как бы это сказать, парочку боеприпасов и медикаментов. Так, ладно. Что у нас тут? Ага, тут ничего. А почему сюда ломилась тогда эта зомбиха? Ну ладно. Я спокойно пройду тогда так уже. Кстати, дверь закрыть. Фонарик выключить. О, солнце. Мороз и солнце, день чудесный. Так. Ну, тихо, ты, главное, не рыпайся. Оу, черт. Вот это мне не понравилось, конечно, что сейчас... Опа, пончики. Стоп. Идет один пончик сюда. Стой, не иди сюда. Не иди сюда. А ладно, иди сюда. Черт, ну варзип сразу приманил бы и все. Ой. О, черт. Как досадно, да? Черт, 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 черт. Уродство, уродство, паскудство, стой. Стой, да что ж такое? Так, ну я знал, что ты полезешь, поэтому я немножко подготовлен был. И сейчас с тобой разберемся, дамочка. Так, женщина, что ты делаешь? Да. В следующий раз надо будет поосторожнее. Так, все, берем патроны. Ну, я не был уверен, что этот станет, поэтому... На всякий случай решил проверить. Чё да как. Ну, все вроде бы. Все в порядке. А что это за место было? Вообще фонарик было включить неплохо. Так, идем-ка. Оп! Ну все. Так, двухстволка у нас и так есть. Не надо, спасибо. Так, что это? Патроны пистолетные пригодятся. А здесь? Факел сигнальный. Но... Поскольку бутылок нету, придется взять факел. Сколько у нас факелов? Две штуки. Неплохо. Если что, отвлечь хотя бы парочку зомбей можем. Так, что у нас тут? Тут у нас... О, тут у нас белочка. Превосходно. Но вряд ли мы уже собрали нужное количество. Точнее, даже в следующих частях вряд ли соберем. Потому что, мне кажется, скоро конец. Мне говорили, что игра короткая. Но... Не знаю даже. Ладно. Стоп, стоп, открывай. Я еще же не вышел. Так, выключаем свет.
Так. Похоже, надо было туда идти. Оу! Оу, 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 оу! Так, спокойно. Спокойно. Так, ладно, этого я еще убью. Уродца, стой. Стой! Нет, 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 нет. Так, отходим. Ладно, давайте-ка без приключений, пожалуй. А то что-то мне эти приключения выходят всегда боком. Вот. Так, не забываем осматриваться. Ага. Ну, я, похоже, так и знал, что надо было идти сюда. То, что, видите, единственный такой вот запоминающийся объект. Видите, мотоциклы какие-то. Я бы один такой взял, поколесить. Мэрл! Какого хрена? Не убивай меня, братан. Я не твой брат. Клянусь, дать тебя это была не моя идея. О, я верю тебе, Эш. Ты слишком труслив, чтобы перечь мне. Почему бы тебе не сказать мне, где остальные? Где-то снаружи. Ищут барахло. Блин, Мэрл, все это было ради твоего хабара? Кончай ныть. У меня башка болит уже. Джесс был прав насчет тебя, эгоистичный сукин сын. Ой, ну не будь таким гадким. Гляди, я сохранил твой арбалет. Ох, ты же нифига. Да, и для тебя... О, черт. Эй, Мэрл, здесь! Черт, знаете, не получилось озвучить. Оу! Скорее, хватай его барахло. Нам надо добраться до Мэрла, пока он не уехал. Да, знаете, очень напряженный момент. Я даже не успевал зачитать. Я не был готов к этому. Так, ну, похоже, нас обокрали, действительно. Сами слышали. Где мой нож? Они все забрали? Да, все. Блин. Окей, тогда что, забрать барахло? Так, что он там про арбалет говорил? И где он? Где арбалет мой? Эй, ребят, я так не играю. Так, что это? Какие-то таблетки. Ладно, к черту. Так, что тут? Что тут? О! Болты. Для арбалета, видать. Сейчас будем с арбалета стрелять, видать. Ладно, заберем нож. Что уж там. Блин! Уродство! Эй, черт, 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 стой, стой! О, у тебя есть кое-что мое. Ух ты! Арбалет! Черт возьми, я так его долго ждал. Все, Оу! Оу, черт, ребята, нет, нет, нет! Заодно сейчас научимся стрелять. Я ему в плечо только вонзил. Отходим. Черт, там еще двое идут. Ладно, нож. Нож в атаку. На тебе. На тебе. Черт. На тебе. На тебе. Черт, надо болты забрать, а то я сейчас тут заберу. Ой, не заберу, а забуду их забрать и все. Черт, а мне ж пайков-то нету. Как я доберусь-то? О, черт, черт, черт. Черт возьми, ладно. Сейчас будет полный стелс. Нужно найти мэру. Пора с ним потолковать. Вернуть мое барахло и какой-то должок. Так, следовать за бандой через магазин спиртного рядом с барой. Ой, с баром. Черт, уже... Слушайте, ну язык заплетается. Не знаю почему. В принципе, я даже... Начать, помню, все видео никак не мог. Уже раз 20 где-то перезаписывал. Ну ладно, так, фонарь. Ну хоть фонарь не забрали. Так. Окей. С этим у нас все получилось. На секунду показалось, что я в задницу воткнул этот, как бы сказать, болт. Хотя я видел точно, что полетел он в голову. Так. И да, надо бы закрыть. Так, никаких там часом этих пайков нету. А то, знаете, с арбалетом как-то веселее. Ежели с каким-то там, я не знаю. Ежели с каким-то там ножом. Да и заодно пайки мне нужны, чтобы сейчас здешнее здоровье восстановить. Так, закрыть. Ты встаешь? Встает, урод. Ладно, пойдем пока с ножом. Не хочется мне тут задерживаться. Ох, как не хочется. Так, встаешь? Не встает. Превосходно. Ты? Не встает. Так, у, черт, прячемся. Так, прямо в голову. Отлично. Так, идти по следам банды через двор.
А, через дворы. Или через двор. Я не знаю, как там правильно. Так. Тут. За машинкой. Ничего. Так. Он может встать. Проверим. Слава богу, не встал. Спасибо, друг. Оу. Надо же. Но, знаете ли, я это мог предвидеть. Поэтому... где мой болт? Где... Что за магия? Что за магия? Твою... дивизию. Ну, ты что делаешь? Так, сейчас заберем болты. Черт, что за фейлы какие-то ходячие прям? Не ходячие мертвецы, а ходячие фейлы какие-то. Блин! Да хватит! Хватит уже! О, болты зато нашел. Но все равно, хватит с меня. Так, кстати. А, все, предмет нашли. Отлично. Так. Я уже уверен, что ты встанешь. Нет, не встал. А вот это вот точно встанет. А, это он. Ну, извини, чувак. Не знал. Ну же, верни мой болт. Эй, ты куда мой болт дел? Урод. Черт, возьми. Что за хрень тут происходит? Да что такое? Будь ты неладен. На тебе. На. Черт. Верну свою мачете, все. Хана им. Просто хана. Так, чё, здесь ничего нет, что ли? Блин, там зомби. И вон стоит. Караулит. Черт, ну почему всем надо зайти именно сюда? Почему именно ко мне? Мне и так хп тут с излишком. Ну уже. Как бы его привлечь сюда? О, не. О, не-не-не-не. Не-не-не-не. Ну иди сюда. Засранец. Вот так вот. Вот так вот. И тебе сейчас. Не попал. Ой, и закончились как раз таки. Эй, как неожиданно. На тебе. Все, забираем. Так, только с этим не разобрались. Ты типа должен был лежать, что ли? Я не понимаю. Черт. Сейчас вот тут просто хп мало. У меня, так скажем, немного нет соображений вообще, как тут сейчас выжить просто. Так, тут ничего. Да, вроде ничего. Ну ладно. Так, кстати, сколько времени уже записываем? 13 минут. Черт. Черт, черт, черт. Вроде бы и немного, и вроде немало. Я просто сейчас не знаю, вот как я пройду с такими хп, вот этот вот участочек. Ну же, ну же, ну же. На тебе! Так, это мое. Так. Больше ничего тут нету. Ну ты вставать будешь, я знаю, поэтому на тебе. Блин, этот нож, ну дико неудобен. Особенно после мачете, как привык. Раз, удар, два и все. Прощайте, зомбаки. Так, а здесь? Чё здесь? Может, я тут чё пропустил еще раз? Осмотреться бы не мешало. Не, ничего нету. Я уверен уже в этом. Стоп! Не, не показалось, отлично. Так, но все равно хп у меня категорически мало. Чё ж делать-то, а? Так, тут ничего. Ладно, откроем дверь. Ну... Ты вовремя встала. Именно вот такое положение. Нет! Блин! Урод! Вы это видели? Чё ж теперь делать-то, а? Так. Ну... Не слишком-то мы с вами далеко-то и ушли. В принципе. Так что сейчас все будет. Так, ты вставать типа будешь, да? Нет, вроде не встает. Так, это вставать будет, потому что мы помним с вами, что она вроде бы то стояла, то не стояла. Так, теперь помним, что там за угла выскочит один уродец. На тебе.
Вот, наконец-то я нормально уже попадать стал. Так, теперь что дальше? Да все вроде бы. А, нет, не все. Так. Все, попал. Так, как там далее-то с ходячими? Вроде бы и нету. Но ничего, сейчас разберемся. Так. Заходим лучше через этот ход. Тут как-то повеселее будет. И да, фонарик. Это лежит. Но это непонятно, то лежит, то стоит. Так, с тобой сейчас, друг, разберемся. Ну, не, сначала с подругой. Теперь с тобой, друг. Так, ну и последний. Вот так вот. Так, достаем нож. Это сейчас будет соскакивать, но мы его... Опа! По шейке. По шейке его худощавой. Так. Забираем наши болты. Стоп, а где еще один? Ага, вот. Во, все нормально. Так, ну все. Теперь можно идти дальше. Так, но прежде чем будем делать это, возьмем арбалет и осматриваемся. Только осматриваемся. Так. На тебе! Будете знать, как меня убивать, сволочи. Ну-ка, а ты? На тебе, лежи. А то все такие умные. Так, пригнемся. Черт, что-то мне эти звуки как-то не очень-то нравятся. А, ну да. На тебе. Нет. Открой, открой. Все, забираем. Так, где-то тут еще. Оу, стой. На, все. Забрали. Фух, ладно. О, отлично, то, что надо. Или нет, давайте-ка прибережем, если уж совсем будет фигово. О, так, вот это уже подарок. Я это люблю, когда подарками одаривают игроков. Так, что у нас тут? Да, все вроде бы. Тут все чисто. Даже в сортире. Ну, как бы это ни звучало. Так вот. Теперь что дальше? Ну же, тут что-то еще должно быть. Ну, конечно, для винтовки. Хотя винтовки у нас с собой нету. Блин, мне уже жалко, что я пистолет мощный выложил. О, не выложил, точнее. Так. Кто-то из вас. Кто-то из вас сейчас встанет, да? Ну, может, этот. Странно. Я думал, кто-то из них. Ну-ка. Не, лучше его на всякий случай так. Будем себя прикрывать. Будем себя прикрывать. Ну ладно. Не пришлось. Так, садись. Черт, Дэрил. Черт, влипли. Вот так вот. Отлично. Так, что дальше у нас? Да, вроде бы все. Фух. Что-то не нравится мне это затишье. Ну-ка, на всякий случай в него. Так. Слава богу, он был мертв. Черт, а вот тут вот дело посерьезнее будет. Так, тихо, прицелимся. Убил. Что? Твою мать, такой звук был резкий, я аж испугался. Оу, черт. Сейчас они выломают ее. Поэтому надо быстренько. Так вот. Ну и с тобой сейчас разберемся напоследок. На! Так, собрать свое снаряжение. Стоп, для начала болт заберу. Он как-то мне важнее. О, и что, это все мое снаряжение? А, ну мачете хоть оставили. Так, для начала бензин. Сейчас все. А нельзя это все как-то быстрее собрать там сейчас, я не знаю. Так. Ну не, ребят, ну так нечестно. Стойте, подождите, дайте-ка... Ну, дайте-ка... Ну, дайте-ка забрать, ну... Так, на всякий случай пистолет возьму. Или не? Или мачете? Ох, сейчас вот не знаю. О, черт, черт. Ну, давай.
Тебе что? Нечем заняться дома. О, не-не-не-не, друг. Даже не мечтай. Оу. Ты решил обойти? Как-то мило. Как-то мило. А я могу сделать так. Черт, знаете, это уже начинает забавлять. Они такие вот, кажется, болванчиками. Черт. Но слишком злыми. Оу. А смотрите, какой хитрый тактический план появился. Ну-ка. Черт! Ой, это я зря так сказал. Ну же. Блин, промазал. Так, забираем, забираем. Эй, ребят, ну чё вы какие-то там все грустные? Иди-ка сюда. Отходим. И теперь смотрите-ка, все, со всеми разберемся вот так вот. Ой, если залезем еще. И все. Видите, все сработало. Да, слишком просто. Хотя, могу опять вступить и все. Все, что я делал, было на смарку. Да прежде сейчас убью. Убьют, убьют. Стоп, нет, не убивайте. Так, где там? Закидываю себе пайком, все. Черт, вы что, издеваетесь? Товарищи. Алкоголики, тунеядцы. Так, эй, болт-то верни. Стой, она мне болт должна. Ай, ну, ладно, давай пообнимаемся там. Типа, дружба, мир там, да, я понимаю. Покусай, ну, покусай меня. А, не удалось. Так, а болт-то я заберу. По-любому. Черт, ну все равно, зря я так. Ладно, сейчас можно просто взять и уйти. Ко всем чертям, но уйти. Так. Блин, еще в магазине. Ну что ж такое? Оу, что это значит? А, елки-палки. Просто я там услышал звук зомби и уже подумал, что это он меня бочит. Как это полный? Ладно. На тебе. Оу, помповый дробовик. Это мой дробовик. Как заполнен? Да что вы издеваетесь? Уже места для дробовика не хватает. Надо что-то выбросить. Ой, патрон для винтовки. Сигнальный факел. К черту тебя. К черту. Нет, бомбовый дробовик возьмем. Так. Ой, черт. Может, там они заперты просто? Ну ладно. Выходим. Так, убить ходячих, напавших на незнакомку. Ну-ка, а что за незнакомка? Надеюсь, симпатичная. Слушайте, рожа что-то у нее какая-то знакомая. Ну ладно. Ладно, постреляем немножко. Немножко-то можно? Эй, вы! На тебе! 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 Черт! Урод, ты! Что делаешь? На тебе! На тебе! Кто деревня? Я тебя тут спас, между прочим. Спас твою задницу в забегалке. Я что, похож на твою шлюху? Только не в этой одежде. Чё? Нет, черт, ни за что. Постой. Да ладно, я же тебе просто пошутила. Где та сумка, что ты обещал мне? Мы даже на свидание ходили. Что? Подвези девушку, тогда поговорим. Поехали, пока я не передумал. Так, ну да. Это та девушка из забегаловки, которая нас, в принципе, кинула. Так, 6 патронов для дробовика, и он нашел 6 патронов... А, не, он нашел 6 патронов для пистолета. Ну что ж, неплохо. Так, перейти к карте. И куда? Так, значит, Лефти. Когда началось утро... так, куда поехать-то? Общественная организация Archer Creek, объединение граждан, укрепившихся на заброшенной плотине. Ой, заброшенная плотина, либо... торговый центр. Давайте-ка в торговый центр смотаемся. Чем-то мне это Left 4 Dead напоминает. Ну, естественно, у нас сейчас бензина не хватит, и нам придется остановиться. Я уверен в этом. Поэтому ждем, пока у нас бензин закончится. Очень долго ждем, пока у нас бензин закончится. Очень и очень долго ждем, пока у нас бензин закончится. О, у нас бензин закончился, как неожиданно. Так, надеюсь, сейчас городок будет малоизвестный.
потому что, ну, знаете, интереснее намного исследовать на малоизвестных городах. Оу, это даже не город, это какая-то, ну, знаете, уже какая-то интересность. О, черт, не, знаете, да ну нафиг, так сразу. Ой, вы что, издеваетесь? Они издеваются. Черт, а как мне так бензин искать, а? Оу, так. Черт. А я так залезу, вы меня не достанете. Ведь так? О, вы даже через эту бочку пройти не можете. Так, так какого черта они сейчас? Оу, руки! Оу. Ты еще скажи, что ты сюда залезешь. Я тогда вообще буду просто рад. На тебе. На тебе. Все, ждем, пока они все туда сойдут. И мы их сможем тупо сейчас подстричь. Руки! Руки прочь! Руки прочь! Ну, да, что-то типа такого. Эй, ты. Чё ты такая одинокая? Ну, давай. Да чтоб тебя, а? Кошки драли. Так, бензина, я думаю, недостаточно столько. Так, что делать теперь? А, еще ты тут? Нет! Не думай. Даже не думай. Черт, и пайков уже мало стало. Ладно. На этот раз постараюсь более-менее лучше. Тут, в этой ситуации... растянуть пайки, потому что... Сейчас у меня это не очень хорошо получается. Я только... То и дело лезу в неприятности. Да чтоб тебя! Даже убить не... Не, явно мне не туда. Поэтому я туда даже не пойду. Черт, а он меня выследил, что ли? Ну иди-ка сюда. Ну давай. Рискни. Все, я спрячусь сюда. Блин, и там тоже проблемы. Кстати, давно я этих вот лежачих не видел. Черт, тут еще кто-то. Мне кажется, еще кто-то, да? Оу. Оу, ребята. Бро. Ну ладно. Попробуем вот так вот. А, не-не-не-не-не, не убей. Не убей, не убей, не убей, не убей. Так. Ну, спортивный напиток последний тратим. На тебе. Все, сейчас главное выжить. Главное выжить, ребята, я не знаю. Может, я сегодня такой немного, так скажем, но неопытный, но не знаю. Просто не получается что-то сейчас. Так. Ну вот, последние. О, и мой напиток, так скажем, возместили. Нифига себе возместили. Ой, так. Ну-ка, может, дробовик, если перезарядить, удастся чуточку патронов себе отложить, и можно будет забрать напиток, нет? Нет, все равно заполнено. Так, что ж делать-то, а? Выбрасывать-то нечего. А, не, есть. Один патрон выбросим, черт. Черт с ним. Все, забираем бензин, и все. И валим отсюда, знаете, все. Надоело мне это место. Очень надоело, у него плохая аура. Все, возвращаемся к машине. Фух. Ну, возвращаемся к карте. Что? Что? Что, простите? Окей, что-то придется выбросить. И что же? Ладно, выбросим один... Ну, 6 патронов для винтовки. Черт с ним. Да. Что-то еще надо выбросить. Ну, не люблю выбирать. Это неправильно. Молоток выброшу, черт с ним. У меня есть мачете. Все. Можно ехать. Ну что ж, поехали. По шоссе. Ты не из болтливых, а? Nope. Нет. Right. So, ну так, я Анна Тернер. Но друзья меня зовут Скаут. Насчет того, что я ушла из закусочной, мне надо было доставить друга в госпиталь. Когда на тебе полагается, ты делаешь все, что можешь. Мой отец шериф, так что я помогал, чем могла. Искала припасы, помогала людям.
Так что случилось? Он заставил меня пообещать, что я доберусь до пункта эвакуации Palmetto Estates. Сказал, что соберет своих помощников. Лучший план из всех, что я слышал за неделю. Фух. Еле зачитывал, потому что у меня в горле пересохло и... Ну, было немного неловко. Ну, не то чтобы неловко, просто было немного неудобно читать. Ну ладно. Давайте-ка на этом завершим часть. Что ж, с вами был я, Клеп. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.